Продюсерский центр Сергея Масина приглашает на второй международный фестиваль «Балтийский берег русского шансона». 3 мая город Таллин, концертный зал на Сютисте 21. 4 мая культурный центр «Ругатив Нарва» и культурный центр «Силами». В фестивале участвуют Кира Краб, Германия, Наталья Галич, Латвия, актер и певец Александр Адмирал, Россия, Сергей Масин и Евгений Куневич, Эстония.